Обеспечить повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. В два этапа президент России Владимир Путин поручил правительству. С 1 января 2018 года до 85% и с 1 января 2019 года до 100%, сообщает «Российская газета». Кабмин также должен внести соответствующий законопроект в Госдуму вместе с проектами закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Срок 10 октября. 30 октября нужно утвердить и реализовать план мероприятий по совершенствованию законодательства и функционирования государственной информационной системы ЖКХ. Особое внимание Владимир Путин указал обратить на целесообразность уточнения лиц, на которых возложены функции заказчика и оператора такой системы, определение источников и порядка осуществления финансирования работы системы, уточнение сроков и состава обязательной информации, подлежащей размещению в системе и реализации с учетом принятых решений пилотных проектов, а также необходимость обеспечения защиты персональных данных. До 15 ноября правительству предстоит принять меры, направленные на исполнение федеральными органами власти, собственниками помещений в многоквартирных домах, обязанности по уплате взносов на капремонт. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 57 копеек, а евро 68 рублей 56 копеек.